Но сегодня по просьбе трудящихся я прибыл в ковчег, точнее к ковчегу. Вот ваш ковчег. Я не знаю, честно говоря, что вам тут снимать, кроме как закрытый забор, надпись «Столовая», «Ковчег пицца». Есть, да, симпатичные картинки плова, шашлыка, пиццы, осетинских пирогов, гамбургеров. Вот. Хачапури по-аджарски. То есть, выглядит очень аппетитно. Но что непосредственно самого ковчега, вот эти киоски. Я вам про них тоже уже рассказывал, показывал. Даже не знаю, стоит ли выкладывать это видео, но их, коль уж я обещал, наверное, выложу. Уж сильно меня там не ругайте, товарищи, кому не интересен ковчег. Я так понимаю, это тоже ковчег. Хотел как лучше, получилось как обычно. Пришел, поснимал киоски. Вот эта территория, я не знаю, относится к ковчегу. Мне кажется, что уже нет, тут отдельная. Ну, вон какие-то мобильные туалеты. Ковчег, вероятнее всего, вот там вот. Вот это деревянное строение. Ну, как бы масштаб, конечно, да. Вдохновляет. Видно, там какие-то ведутся работы. Но через два забора как бы не очень видно хорошо. Собирают. Что-то там делают. Но, если честно, картинка меня не вдохновляет. Только потому, что вы попросили. Да, я сходил. Нашел. Миссию, так сказать, выполнил. Но порадовать вас особо нечем мне, если честно. Нашел. В щелочку в ту посмотреть. Ведутся работы. Привезли лес. Факты, интриги, расследования. Благоустраиваю территорию, да. К лету все будет готово. Надо снимать, короче, ближе к лету. А сейчас что вам показывают эти киоски? Тоже неинтересно. Я думаю, большинство моих подписчиков не очень будут рады этому видео. Но извините, старался. По просьбе трудящихся. Зимой как бы особо снимать здесь нечего. Возможно, ковчег уже набрал каждой твари по паре. И как бы все на этом. Где-нибудь там в горах сейчас зависает. Поэтому это видео будет очень коротеньким и не столь интересным, как бы хотелось мне, я думаю, вам тоже еще больше. Вот, смотрите. Должен сказать, что вы видите сейчас то, чего не вижу я. А я вижу вот отсюда получше кондиционеры, пальмочки, вот качелька есть. Территория благоустроенная, красивая, интересная. Да, мне однозначно нравится. Но зачем стрелять тележку из магнита? Ну, как бы на этом, думаю, все, ребят. Уж старался как мог. Даже тележку снял. Теперь будут знать, если кто-нибудь из магнита увидел. Пойдут в ковчег разбираться. Дворик хороший, интересный. Маленький бассейн он там есть. Не скучно, так думаю, здесь. Море рядом. Объекты рядом. Колораж рядом. Ну, парк аттракционов тоже, в принципе, тут недалеко. Я уже показывал, через речную пройти на энтузиастов и на колораж выходите, и там уже и парк.
Все, на этом всем пока. Извините, что вот так вот.